осознал себя на уровне игры. Пушку молча бросил на пол среди гильз. Побледнел, как труп, спрятался в тени. Никому не нужен стал и позабыт. Я не чувствую свою боль, не чувствую свою ложь, не чувствую свою. Я не вижу ничего за пределами того, что уныло и смешно. Я не знаю, что зачем, без каких-то перемен бьется в рамках этих стен. Чего?